Thank you.
Слышишь? Значит, в... Кто вас поведет после смерти? Чтобы бить черных. Работа. Thank you.
Ты вер... Хочу, чтобы... Бывай. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Ты вер... Бывай. Молодец, бьет черный. Осторожней. Что это значит? Могучий воин должно быть. Приветствую. Покажи мне свои товары. Не желаешь сыграть в гвинт? We'll be right back.
корабль хочешь наняться? Кого еще несет? Хочешь дочку жрицы Фрея? Мой отец тоже был такой бледный, а потом умер. Как-нибудь в другой раз. Шевелись, плотва! Что это значит? Ой-ой-ой, ты призрак из Лапока? Приветствую. Не хочешь? Привет. Будь здоров. Дашь меч подержать?
Порядочные люди. Давай, Ботва. А? Дядюшка говорит. Ну, вчера мы наделали. Четверг. С удовольствием. Будь здоров. Я за тобой слежу. Интересуешь? Что у тебя есть на продажу? Будь здоров. Я его чародей. Что вы из такого сделали? Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Будь здоров. Это еще что? Гравировка. Украшение. Значит, верн. С удовольствием. Будь здоров.
Да, опять мочика. Значит, верну. С удовольствием взгляну. Будь здоров. Будем держаться вместе. Мы маленькие ноги завтра делишь. Может, топор красивый? Ты серьезно? А что? Я прав. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Славится вечное дело. Я принес деньги, чтобы улучшить твою мастерскую. Тысячекратно тебя благодарю. Ты слишком добр ко мне. Твоя работа стоит этих денег. Я гляжу, работа кипит. О, да. Я заказал нужные инструменты ремесленникам из Новиграда. Взяли с меня за них, как будто они из чистого золота. Но, по крайней мере, я могу по-настоящему взяться за дело. Я изготовил несколько новых рун, глифов и чертежей. Взгляни, может, выберешь что-то для себя. Значит, ты можешь теперь развернуться на полную? Ты спрашиваешь про настоящие руны мастера? Нет, для их изготовления нужно намного больше денег. Спасибо, будь здоров.